Узкие улочки ведут к самому западному уголку Ирландии. Между отвесными скалами протянулась полоса песчаного пляжа. Над высокими горами сгущаются темные тучи, пригоняемые западным ветром с Атлантики. Большую часть года они окружают полуостров, не скупясь на осадки. Это самый дождливый район Ирландии. Дингл – самый северный из пяти полуостровов. Лишь архипелаг Бласкет, последний клочок суши, отделяет нас от океана и американского континента. И далее уже ничто не препятствует атлантическим волнам. Надо обладать горячим ирландским темпераментом и немалой отвагой, чтобы решиться на купание в ледяной воде. Впрочем, сколько же еще ждать погоды? Кто плохо переносит дождь и холод, может погреться в одном из местных магазинов-мастерских. Ремесленники демонстрируют свое искусство клиентам. Полуостров Айверах окружен дорогой, которая зовется Кольцо Керри. На пике сезона здесь безлюдно только рано утром. С каждым часом на маршруте становится все теснее. С него трудно свернуть, так как дорожки в глубине полуострова чересчур узки для автобусов и машин с прицепами. Зато пешая прогулка гарантирует массу впечатлений. В этом месте Айверах показывает свой восхитительный облик. Киллургин на северном краю кольца Керри раз в году превращается в сцену самого курьезного фестиваля в Ирландии. Во время Пакфейр, ярмарки домашних животных, окрестные жители и любопытные из других стран приезжают, чтобы увидеть коронацию козла. Удостоенный этой чести, он на протяжении последующих трех дней с высокомерием монарха взирает на сумасшедшее веселье, щедро сдобренное Гиннесом и виски. Иногда случается так, что Пакфейр совпадает с финалом местного чемпионата по гельскому футболу, и это отличный повод для лишней кружечки в пабе. Центр национального парка Киллорни – одноименный городок. Окрестные горы и озера издавна привлекали сюда любителей дикой природы. Неудивительно, что в городке десятки отелей. Здесь их почти столько же, сколько и в столичном Дублине. Ever fine and bold, and its goals to claim the fame.
very own. And the lead up was a lampreyman, shuts off from Dario. It is our chance to take the care of the and holy Trinity. На главных улицах Киллорни жизнь кипит допоздна. Туристов повсюду поджидают двухколесные брички. На них можно добраться до наиболее интересных видов. В 8 километрах от центра города, в глубине прекрасного парка с субтропическими растениями, расположена одна из главных достопримечательностей региона – Макрос Хаус. Прекрасный викторианский дворец-усадьба был построен в середине 19 века. Его изысканный интерьер свидетельствует о том, что аристократический род Макрос не страдал от излишней скромности. Строительство и обстановка резиденции обошлись бы сегодня в несколько десятков миллионов долларов. Но конечный результат стоил таких денег. Горный перевал между Киллорни и Кенмаром ведет к смотровой площадке Ladies View. С нее открывается прекрасная панорама ледниковых озер, возникших десятки тысяч лет назад. Свое название смотровая площадка получила после того, как в 1861 году в Киллорни побывала королева Виктория со своими придворными дамами, и все они пришли в восторг от прекрасных видов. С 1932 года озерный край находится под охраной, как часть старейшего в Ирландии национального парка. В 1982 году при содействии ЮНЕСКО на его территории создан заповедник. Замок Росс на маленьком полуострове на озере Лох-Лин был построен в 15 веке. Это последняя твердыня ирландцев перед войсками Кромвеля. Защитники сдали замок. Об этом свидетельствует отличное состояние крепости.
На берегу полуострова можно нанять лодку и отправиться в самостоятельное путешествие по озерам. Отсюда же уходят в рейс более крупные экскурсионные суда, доставляющие пассажиров к главным достопримечательностям национального парка. На его краю расположено живописное ущелье. Маршрут экскурсии ведет через лабиринт каналов и стремнин между островками и лесистыми склонами, от озер Макрос Лейк и Апер Лейк до Лорд Брэндонс Коттедж. Здесь мы пересаживаемся в повозки. До нашей цели осталось 13 километров. Это знаменитая гостиница Кейт Кирни Коттедж. На берегу реки Шаннон высятся гигантские стены замка короля Иоанна 1200 года. Это нормандская твердыня, одно из старейших сооружений в Лимерике. Средневековый город дал название малому литературному жанру, пятистрочному рифмованному стихотворению, которое ввел в обиход в XIX веке английский поэт Эдвард Лир. В контрасте с легким жанром – трагическая и бурная история города, омраченная вечным конфликтом с англичанами. В 1651 году под массивными стенами крепости встала армия Кромвеля. После долгой осады голод и болезни вынудили защитников капитулировать. Спустя 40 лет в Лимерике нашли убежище остатки армии Якова II, потерпевшей поражение на реке Бойн. Ирландцы отчаянно защищались, стремясь заключить выгодный им мир. Однако гарантированная свобода вероисповедания осталась только на бумаге, а английский парламент счел документ недействительным. Вероломство англичан уничтожило остатки доверия к ним. Ирландские солдаты были вынуждены покинуть страну. В последующие столетия они примыкали к различным армиям, руководствуясь принципом «все равно с кем, лишь бы против англичан». Недалеко от Лимерика действует музей под открытым небом, знакомящий с историей острова. Крак Гауновин – амбициозный проект Джона Хунта,